Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. 29 октября – время духовности, когда меняются события в вашей жизни. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня, во вторник, 29 октября, наступает один из самых благоприятных лунных дней месяца. Под влиянием 27-х лунных суток он дарует ощущение внутренней свободы, наполняет радостью и предвкушением новых ярких событий. Будьте искренни, проявляйте доброжелательность, не давайте себе унывать. Эти сутки еще представляют собой день духовности, поэтому вы можете обрести новый взгляд на события в вашей жизни. Пробудите свои давние желания и не обращайте внимания на мнение окружающих. Оставайтесь в настоящем моменте и делитесь с людьми положительными эмоциями. Луна, находящаяся в знаке Весов, прекрасно сочетается с 27-ми лунными сутками, усиливая их позитивное действие на все ваши начинания. Сегодня вы будете особенно ощущать свою уникальность. Почувствуйте уверенность в своих способностях, поэтому важно сделать то, о чем вы давно мечтали. Энергия дня наполнит вас вдохновением, позволяя наслаждаться всеми занятиями. Вы почувствуете легкую игривость в поведении, захотите проявить свои лучшие стороны. Кроме того, сегодня вас может ждать заслуженная награда, прошлые добрые поступки. Судьба обязательно приготовит для вас успех в делах, что положительно повлияет на их дальнейшую реализацию. Луна советует. Сегодняшняя позитивная энергия благоприятна как для занятий в одиночестве, так и для активного отдыха с друзьями, походу в кино и театр. И на различные мероприятия. Радуйтесь и проявляйте активность, но помните о чувстве меры. Старайтесь не увлекаться горячительными напитками и будьте бдительны перед искушениями этого дня. Возможно, вас попытаются вовлечь в опасное приключение, но лучше не поддаваться на подобные уговоры. Чтобы избежать проблем, принимайте происходящее не сильно серьезно. Сегодня высока вероятность ссор и конфликтов. Не принимайте все слишком близко к сердцу, сегодня для злости нет места, поэтому не допускайте мрачных мыслей. Подходите к жизни с оптимизмом, мудростью, не стремитесь сегодня что-то доказывать или выяснять отношения. Есть возможность в будущем внести изменения в отдельные события, а пока просто наслаждайтесь настоящим моментом. На короткий период времени откажитесь от установок и строгих требований к себе, чтобы почувствовать вкус свободы. Не забывайте об умеренности, не делайте ничего, что может причинить вред другим людям, проявляйте доброжелательность и открытость. Сейчас отличное время для раскрытия новых талантов, связанных с искусством. Проведите время весело и радостно. Вечером и хорошо будет немного отвлечься от рабочего дня, исполняя любимые песни и играя на музыкальных инструментах. Пригласите друзей в гости, не стесняйтесь устроить музыкальные конкурсы, даже если не уверены в своих вокальных способностях. 27-е луны сутки лучше не заниматься серьезной работой, но внесите в свою деятельность элементы творчества, отложите важные проекты на несколько дней, дайте себе небольшую передышку и не тратьте время на дела, которые вас не вдохновляют, чтобы избежать ошибок. Если вы занимаетесь коммерческой деятельностью, рекомендуется провести презентацию товаров или рекламную акцию в этот день. Люди обратят внимание на ваше предложение, что принесет вам обоюдную пользу. Вложение финансов 27-го на сутки имеют право на жизнь, но лучше планируйте их заранее, избегая спонтанных покупок. Не стоит брать в долг или одалживать деньги, чтобы сохранить финансовую удачу в дальнейшем. Сегодня благоприятный день для заботы о своем внешнем облике, включая обновление гардероба. Хорошо выделить время для укрепляющих здоровье мероприятий. Особенно эффективными будут водные процедуры. Посвятите время своей второй половинке. Сегодня отличный день для совместного отдыха, прогулки в парке или небольшие поездки. Также подходящее время для бракосочетания, так как семьи, образованные сегодня, будут особенно крепкими. Если вы одиноки, старайтесь проводить больше времени в компании противоположного пола. Возможно, сегодня вы встретите свою любовь. Сегодняшний день призван для отдыха и наслаждения. Луна благосклонна к вам, давая возможность самостоятельно выбирать, как провести свободное время. Главное – получить удовольствие от процесса. Сегодня отличное время для медитации, духовных практик. Слушайте свои желания и воплощайте их в жизнь, чтобы провести замечательное время и насладиться морем положительных эмоций. Магические ритуалы. Под влиянием светлых энергий дня можно провести очистительные ритуалы, защищаться от негатива и создать обереги для дома. Важным условием для их успешного воплощения является хорошее настроение и позитивный взгляд на мир, без которых цель не будет достигнута. Можжевельник для очищения жилища и снятия порчи. Трава можжевельника обладает поистине целительными свойствами на организм. Ее часто применяют во время очищения жилища от негатива.
Втягивая из окружения негативные волны и темную энергетику, можжевельник превосходно справляется со своей главной функцией. Помимо прочего, ее успешно применяют для снятия порчи дурного глаза. Недоброжелателей всегда хватало вокруг. Порой современные методы не способны справиться с тем, что уготовили вам неприятели. Тут и пригодится помощь можжевельника. Вдыхая дым этой чудодейственной травы, говорите: «Можжевельник, помоги, дымом духом в мой дом войди, всю нечисть прочь прогони, оборони и защити». Далее перечислите имена жильцов. Так происходит самая настоящая очистка организма от пагубных недугов. Он восстанавливает внутреннюю гармонию и утраченное равновесие за очень короткий срок. Помимо этого, трава обладает дезинфицирующими свойствами. Достигаем богатства и изобилия. Чтобы привлечь в дом достаток, совершите в первые полдня любую покупку для дома, рассчитав так, чтобы получить немного сдачи. Из рук деньги не берите, дождитесь, когда продавец положит их на прилавок. Теперь заберите их левой рукой и про себя скажите: «Деньги ко мне в кошелек прибывают, злато-серебро в нем постоянно обитает. Рука дающего не оскудеет, а в доме моем все отныне богатеют». Истина. В течение минимум суток полученные на сдачу деньги не тратьте, положите их в кошелек отдельно от остальных. В скором времени у вас появятся дополнительные источники дохода. Создаем неразменный пятак. В прошлом этот ритуал проводили на пятиконечную монету, но в наши дни вы можете взять любую металлическую денежку, в номинале которой имеется цифра 5. Выберите момент, когда вас никто не побеспокоит, положите ее на ладонь левой руки, затем 3 раза скажите: «Куры лапами землю к себе сгребают, птицы гнезда по веточке собирают, а мне нужно проговорить свое имя, богатство к себе подгребать, да крепко его в руках держать, никому моей денежной удачи не забрать, богатство моего себе не забрать». Истина. Монету спрячьте в кошелек или бумажник и всегда носите при себе для финансового изобилия. Народным приметам в этот день отмечают лонгин сотник. Родившиеся в этот день наделены такими чертами характера, как проницательность и решимость. Им свойственно рассчитывать только на свои силы, действовать трезво и рассудительно. Ко всему прочему, это довольно скрытые личности. Окружающим они видятся как таинственные и недоступные, но это лишь верхняя оболочка. Внутри них скрываются ранимые и чувственные люди, способные на заботу и ласку, а талисман для них является агат. Второе название этого дня – лонгин-вратник – было дано ему из-за традиции крестьян изготавливать талисманы и проводили магические обряды возле ворот дома. Святой лонгин считался покровительствующим глазом человека и их здоровью. По этой причине наши предки молились ему, чтобы избавиться от проблем со зрением и заболеваний глаз. Также бытовало мнение, что лонгин способен обеспечить защиту от вторжения темных сил на территорию двора. Считалось, что особо сильная защита должна быть нанесена на ворота, ведь именно через них нечисть попадала в жилище крестьян. Для этого над калиткой фиксировали икону святого. Помимо этого старались окружить ворота колючими растениями, малиной или боярышником, а также втыкали в землю остро заточенные предметы. Существовал даже специальный любовный обряд. Незамужняя девушка отправлялась к дому юноши и, стоя возле его ворот, колола себе палец и колючее растение так, чтобы выступала капля крови. Далее этим пальцем она дотрагивалась до ворот и уходила прочь. Считалось, что если после нее к этим воротам прикоснется ее любимый, то навечно влюбится в девушку. Кроме защиты дома и изготовления берегов, в этот день обращали внимание на солнце. Если, несмотря на холода, солнце все-таки выглядывало из-за туч, то люди старались поймать каждый его луч, чтобы максимально насытиться им. Считали, что в этот день солнечные ванны обладают целительными силами и могут избавить от любых болезней. Также проводили ритуал на благополучную сытую жизнь, а для этого собирали веточки плодовых деревьев из своего сада, мелко нарезали их и смешивали с сахаром. Получившуюся смесь пересыпали в мешочек и заговаривали такими словами: «Святой лонгин, помоги, дом и сохрани, да благами одари, достаток и удачу принеси, а тяготы и ненастья от ворот метлой гони. Наш покой оберегай, завистников и врагов на порог не пускай, да будет так». Заговоренный мешочек завязывали и закапывали в землю у ворот на стороне двора. Сновидения в этот день дают человеку важные подсказки, но трудны к толкованию. И по традиции перед сном, как обычно, один раз повторяем такие слова: «Я радуюсь тому, что имею и знаю, что меня всегда ждут впереди новые блага». Вот говорим один раз.